Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию четырех дверей. Будем ездить по программе 1 премиум, 4 слоя. Поэтапно показываем все 4 слоя. Предварительно подготовили поверхность, то есть все обезжирили. Приступили наносить. Первый слой клеем вибропласт. Толщина 3 мм. Тщательно прокатали валиком. Второй слой мы наносим мембранную шумоизоляцию. Это Integra 6 мм. Третий слой. Также клеим вибропласт. Толщина его 2 мм. Четвертый слой мы наносим на дверные обшивки. Это у нас шумоуглотитель Эксперт, толщина 15 мм. Вот такие слоя мы используем в премиум сегменте. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!